В Вашингтоне некомпетентную Джен Псаки на этот раз заменила Мари Харф. Впрочем... ОБСЕ подтвердило, что взрывы в Луганске – не что иное, как авиаобстрел. Погибли мирные жители. Ну а Киев отказывается от причастности к этому инциденту. Кому вы верите? Вы говорите о том, что произошло 2 июня? У нас противоречивые данные. Кому вы верите, ОБСЕ или Киеву? Ну, мы все еще разбираемся в этом. У нас противоречивые данные. Лично я на самом деле не видела никаких постановлений ОБСЕ, поэтому дайте мне сначала изучить это. И, конечно, могу сказать, что мы приветствуем ту сделку, которую проявляет правительство Украины перед лицом всеподавляющего и неприемлемого вмешательства России. И доказательств обратного мы не видим.